вас приветствую на своем канале. С вами Валентина. Готовим шарлотку из тыквы. Вкусно, просто, быстро. Сезон тыквы – самое оно. Яблоки – это классический рецепт, ну а тыква – это тыква. Нам понадобится 3 яйца, стакан муки, стакан сахара, ванилин, разрыхлитель теста и масло растительное для смазывания формы. Первоначально мы с вами подготовим тыкву. Тыква у меня маленькая, я ее разрезала на две части. Много нам тыквы не надо, примерно 300-400, ну 500 грамм. Больше не надо, потому что тыква дает сок, и вы можете просто испортить пирог. Он будет у вас как сырой. Я нарезала на вот такие кусочки, где-то 1 сантиметр. И эти кусочки нарезаю примерно по 2-3 миллиметрика. Вот такие. Конечно, тыкву можно также натереть на терке. Смотрите сами, как вам удобно, как вы хотите, чтобы она у вас выглядела в вашем пироге. Для меня чистить было удобно, когда я разделила вот на такие кусочки. Разделила и сразу эти кусочки я почистила. Тыква нам пока не нужна, мы ее убираем в сторону. Семечки. Семечки можно хорошо промыть, подсушить, но также можете вы посадить и на следующий год, и у вас будет прекрасный урожай. Три яйца мы взбиваем пышную пену. Я пользуюсь миксером. Теперь мы постепенно вводим сахарный песок. Взбиваем и добавляем. Я не делаю так, перебивает шум миксера мой голос. Добавляем ванильный сахар или ванилин. У меня ванилин, добавляю совсем немножечко. Щепотка соли. 2 чайных ложки разрыхлителя. Если у вас в пакетиках, то берите пакетик. Теперь постепенно вводим просеянную муку 1 стакан. Вот такое тесто у нас получилось. Она не совсем жидкая, но и не совсем густое. Берем форму. У меня силиконовая. Где-то она 20 сантиметров. Немножко добавляю масло растительное. Формы все разные. На дно можно положить пергаментную бумагу. Также смазываю я стенки. К тыкве вы можете добавить также и яблоки. Тыкву можно положить на дно и залить тестом, а можно также добавить тыкву в само тесто и ложкой перемешать. Слегка надо разровнять и ставим в духовку. Температура 180 градусов, примерно 30 минут. Духовки у всех разные. Ориентируйтесь, проверяйте шпажкой. Я ставлю в холодную духовку. Но предварительно также можно духовку и разогреть. Друзья мои, готова наша шарлотка из тыквы. Получилась все-таки пышная, красивая. Вот такая у нас обратная сторона. Переворачиваю я с помощью тарелок. Опа! И вот она у нас уже готова. Когда слегка остынет, можно посыпать сахарной пудрой. Так давайте посмотрим, какая же она у нас получилась в разрезе. Ой, мягкая. О, восхитительная. Посмотрите, какая прелесть. Все пропеклось. Посмотрите, само тесто пышное. Посмотрите, сколько тыквы. Кстати, попробовала тыкву, и тыква мягкая. Прям настоящая. А посмотрите по воздушности. Посмотрите, какой он мягкий. Он весь дышит. Такому кусочку и рот радуется. Но на этом все. С вами Валентина. Готовьте тыквенную шарлотку. Пишите комментарии, пишите свои рецепты. Будем готовить, присылайте смайлики. На этом все. Пока-пока.